как там, это джаз, весна, любовь. И Сережа. Да. Итак, чем мы сегодня занимались? На первом занятии у нас был соло джаз. Да, была такая штука. Такая. А вот так. Давай так. Рок, степ, кик, 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 эй, а, а, чу, чу, па, па, чу, ба-да, чу, ба-да, а, 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 а. И по-быстрому. 5, 6, 7, и раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, раз, два и три, эй, 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 эй. Занятие номер 2. 5. Римская 5. Линди Хаб. Да, была такая связь. Вначале мы разговаривали про натяжки, их нужность и ненужность, да, отсутствие и присутствие. Не забывайте про расслабленность, про то, что можно, можно танцевать. Изи-бризи. Остановиться, не останавливая партнершу принудительно, просто потому что вот руки натянулись, почувствовали вес рук, этого вот так нам достаточно, чтобы остановиться. Да? Что-то нам можно поделать, продолжить танцевать. Вот. Либо, либо мы можем использовать натяжку, да, то есть добавить ее. Помним, что у нас мы ходим локтем и центром от вот этой точки. То есть это как бы проекция нашего плеча, которая стоит на месте. И растягиваемся не спиной, а бедрами. Да, мы тянемся вдоль пола. И не очень удобно это практиковать, стоя на одной линии. Удобнее переносить вес с одной ноги на другую. И у нас была связка. Да. Давай посидим. Step, step, triple step, 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 hop, okay. Назад через низ, да, мы должны такая качелька. Вот. Но не дать ей уйти назад. И развернуть ее при этом. Пум, развернули и поставили вперед. Две части представления. Первая, где мы делаем вот это. И вторая, где мы делаем вот это. Там, в принципе, можно сделать что-нибудь другое. Важно помнить, что здесь синкопирование ведения. Пум-па! Чтобы использовать инерцию. Да. Что, помнишь, что присобираемся немножко сверху, да, партнерша, вот тут немножко расслабляем, чтобы ноги летали. И вот как так. Как-то так. И пистолет еще у нас был. Да, был пистолетик. Rock, step, in, out. Значит, что здесь важно? Важно не пнуть партнершу, это самое главное. Для этого во время препарейшена нужно сделать так, чтобы у нас между бедрами не было просвета. Пам-пам-бом. Бедро в бедро. Никаких вот таких вот штук. Второй момент. Не нужно стараться посадить партнершу на счет 3 себе на бедро. То есть сделать так. Да. Потому что потом опять вот такая штука. Вот, то есть нога прямая. Она потом сгибается. А партнер, не забывайте, что вам нужно ногу на приземление убрать отсюда. Не ставить партнершу прямо на нее. А ногу убирать вот сюда и поставить партнершу на место. Да, мы не на ноге опускаем партнершу, а на рамках. Ну да, в рамочку, собранность. Да. И желательно.
ножки. Развернуть партнершу как было, то есть не приземляться вот так. Ки-ги-гу. Эй, ой, сори, я тебя задел. Ки-ги-гу. Оу. Все! Спасибо! Ура!